party started. I got the music playing loud. How you like my outfit? Опа, есть, сразу. Что-то Таня там поймала. Ребят, бежим, бежим. Ты чего, блин, тащишь? Есть. Наше утро начинается с переоборудования автомобиля. Автомобиль Нива ВАЗ-2121-3844 превращается из зимнего автомобиля с различным амбудированием. О, ребят! Нашей знаменитой, популярнейшей палаткой. Наша машина сейчас вздохнет. Смотрите, как она сейчас поднимется от этой палатки. Оп, вздохнула малышка. Вот, Ребят, всем привет! Короче, она болтает. Мы сегодня едем пробовать поймать щуку. Мужчина, пришла весна, красота. Птички, сами птичек, глянь, как там летают, чирикают, вон они. Я не знаю, где котик, вон в песочке болтыхается. Все, едем пробовать ловить. В общем, продолжаем наш блог. Мы переоборудуем автомобиль, вытаскиваем из него все зимние обмундирования. Божечки-сапожечки у нас остаются пока, потому что я провалиться могу. И загружаем все для того, чтобы поймать зубастый уже по открытой воде. Пойдем вас знакомить с катаном. Ой, он от меня убивал. Убежал, смотрите, надуваются почечки. Так все светится, я уже тоже тепло, я в одной кофточке, я всегда мерзну, но уже тепло. Ну все, друзья, до встречи на включении на водоемчике. Так, ну что, ребят, добрались. На самом деле не так уж все и печально, как могло быть. Нигде не буксовали, вот такие куски грязи не летели. Собираемся выходить, рыбачить, и тут у нас... На арене водоема Федорова Татьяна. Собрал я уже снасти, значит, по снастям сегодня что у нас? Вот сюда поставил вот такую мэпс, циклоп называется. Тани, чтобы подальше кидала, спиннингом с берега ловим. Себе поставил Мэпс Black Fury четверочку, вертушечку. Попробую на нее половить. Ты мне говоришь, что тебе Мэпс подписчик подарил. Да, 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 это мне подписчик подарил. Владимир с Тамбова, мы с ним общаемся. Он приезжал как-то ко мне сюда на рыбалку, мы с ним задружились. И вот он мне как-то с посылочкой прислал вот такую вот блесенку. Сейчас будем ее пробовать, как она в деле. Точнее, Татьяна будет пробовать. Да, цирк уехал, клоуны остались. Так, ладно, все, давай, выходим ловить рыбку. Погодка просто класс, ребят. Да, я в зимнем костюме, как всегда. Ну и что, ты ж там не под... Я сказала, что я хоть теперь согреюсь всю зиму. Все мерзло, мерзло. Кстати, ребят, вот норфлисский костюм взяли Тане, говорили, помню вам. Температурные характеристики, по-моему, минус 25 у него, да, предел. Но мы ездили в 10 градусов, и в нем реально холодно. Я вот, если я буду брать, это надо градусов 35, чтобы было, а лучше и 40. Вот такие дела. Ладно, все, погнали. Плюс 10, хорошо, тепло там. Вот плюс 10, да, хорошо. Все, погнали рыбачить. Так, ребят, ну что, у меня спиннинг Nord Stream Nibble с отломленным кончиком. О, зацените. Перегружал я его, и он дал сбой. Татьяна уже убежала рыбачить. Сейчас посмотрим, где она тут у нас. Ага, вот она, встала на боевую позицию. Ну что, стоишь? Да не, мы вдвоем, наверное, не будем, я пойду в другое окно. Ты, если поймаешь, что, кричи. Так, ну все, оставляем рыбачку. Рыбу ловить. А сами пойдем ерундой страдать.
Ой, хорошо. Уже 100 лет в руках спиннинга не держал. Опа, есть. Сразу. Опа. Есть! Есть, идет. Блин, что-то закрутил фрикцион сильно. Не пойму, что-то как-то... Ух ты, хорошая. Такая... А, тише, тише, тише. Вот она. Эх ты, блин. Килошка, килошка. Тише, тише. Блин, запуталась. Стерва. Так, давай. Как заглотил-то жарно. О, зашибись. А-ха-ха, красавица. Ну, конечно, килошка я бы не сказал, но такая зачетненькая. Классно, прям на камеру сработало. Ха-ха-ха-ха. Вот такая вот щукендрия. А, кайф, на лайтовый спиннинг с тестом. Какой тут тест у меня? 1,2, 9 грамм. Конечно, фигово то, что кончик обрублен. Но это кайф, это кайф. Вот она, первая весенняя. Ну что, плоскогубцы, как всегда, в машине. Зевник тоже. Поэтому начинаются палочки там. Всякие. Камышинки. О. Красавица какая. О. Зашибись. Короче, уже какой раз обращаю внимание, что вот по весне не любит медленную проводку щука. Чё там, Тань? Чё-то Таня там поймала. Ребят, бежим, бежим. Ты чего, блин, тащишь? Красава, красава. Тихо, тихо, тихо. Красавица. Моя первая зубастая в этом сезоне. Учитесь. Хорошая тоже. На мою приманочку Мэтс. Орлиный глаз. Циклоп. Циклоп. Циклоп, я с тобой. Ну, отлично. Молодец, молодец. Хорошая щучка. Опа. Да, такая тоже приятная, скажем так. Не сказать приличная, но приятная. Это у тебя неприличная, а у меня приличная. Ладно, давай, лови дальше. Будет поимки еще, кричи. Что, в гостях у гостеприимной Татьяны всегда вкусно и уютно. Отловили, значит, рыбочки, теперь можно и покушать. Наш несменный столик, стаканчики, курятинка, помидорчики. Сегодня у нас, конечно, не густо с едой, но мы же рыб приехали ловить, а не жрать. И пожрать тоже. Нет, ну вообще мы собирались еще пожарить яичницу. У нас там даже есть сковорода и яйца где-то болтаются внутри. Но что-то время на это тратить не хотим, да? Да, потому что нам нужно добыть еще щучек. И 2, 3, 4, 5, может быть, не больше положено. Вот, но самое главное... Вообще... Неделю назад по льду ходили, да? Да, и даже сейчас такая, подхожу к воде и думаю, а, нет, она же уже открытая. Ладно, и все. Я слушаю, где жерлица сработала, где жерлица сработала. А не срабатывает, потому что сезон жерлиц у нас прикрылся. Но уже хочется спиннинг. Да, по жерлицам? Нет, уже хочется спиннинг. Хочется рассказать, что я вот в этом году первый сезон отловилась на жерлице. Ну вообще вот прям весь сезон ездила, там пару раз пропускала, прогулы мне засчитывали. И что? Мне так понравилось. Это так неописуемо. Вот у каждого вида ловли есть свои преимущества. Вот на, когда ты на судака, ты его ждешь, 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 и он приходит один, и вот такой вот, и ты такой счастливый, и все, уже забываешь, сколько ты его ждал. А когда щуки, это такая интенсивная, активная рыбалка, ты туда бежишь, сюда бежишь. Ну ладно, все, теперь перед едой еще и поговорили, все, приятного аппетита, всего доброго. Ванечка, а к столу где ты? Ай, ты меня снимаешь. Все, ребят, короче, мы перекусываем и дальше в бой. Я думаю, может быть, сменим место, локацию и на другой ярячок поедем.
Я когда выбирала мужа, всегда хотела вот такого безрукого. Да нет, на самом деле у нас не отходила колба обратно. Ну, я что-то сделал, и, короче, она теперь вроде отходит обратно, качает почему-то. Я придумал сегодня другой способ. Люблю спекалистых. Хватит или еще подойти? Ну, самое хорошее, самое, что хорошее, что не зима, а то б губ примерз. Пластмасса не примерз. Все, всего хорошего. Ребят, сменил немного позицию. Ай, шнурочек. Ну, это шнурочек. Клюнул сразу шнурок. На мелячок вышел. Ну, и мелкая рыба сразу здесь. Так, и меня сразу тут что делают? Обуривают, да? Опа. Главное рыба. Ё-моё, вот тут ты закидываешь далеко, конечно. Точно, вот я тоже поймала. Чё, поймала? Гербарий. Я его поймала на ус. Молодец. Так, ну чё, плыви, шнурок. Зови бабушку и дедушку, как говорит Михалыч. Стартанула какая. Да я видел, вот так и надо кидать. Что такое? Да? Ой, блин. Ну ладно, пока ты учишь. Опа, Таня. Зашла! Блин, зашла! Я прям видел, как она убегала. Я видел тоже ее. О, какие забросы у тебя стали, а? Я видел, видел, она прям вывернулась. Может, даже на камеру заснято. Жень, у меня кто-то есть. Нифига себе. Аккуратней, аккуратней, Тань. Хорошая, глянь. Хорошая. Тихо, не вытаскивай так, не вытаскивай так, поломаешь спиннинг. Так, боком, да, ты чё. Это уже точно килошка. Красава. Мой циклоп что творит, глянь. Красава. Циклопикус. Глянь, она в сетках где-то была. Где? Глянь, вся бочина у нее поэтована. Кошмар. Слушай, ну это хорошая щучка, да? Я ее из травы достала. С травы, да. Красава. Так, ну что, давай показывай, как надо фоткаться с ней. Отлично. Чик-чик! Так, ребят, меняем место. Еду, и тут вот стоит рыбачка, голосует. Кого? Куда тебе? На блесну возьмешь? Я на блесну не буду брать. Тебе куда надо-то, красавица? На Волгограду не подкинете, дядя? Подкинете. Садитесь, подкинем. У вас есть место для моего спиннинга? Ладно, все, поехали. Так, сменили местечко, уже добрались почти до дороги, но решили еще попытать удачу. Попробую на колебалку, потому что надо кидать здесь далеко. И, наверное, одену сапоги. Есть, 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 красавица.
Ой. Ребят, смех смехом, но это жерешок. Вот он, красавчик. Ну, такого можно и оставить, посушить. О. Мелковат, конечно, но для таких водоемов вообще отлично. Ну что, ребят? Ребятушки. Ребятушки, наша первая успешная рыбалка. Ну, не совсем прям супер успешная. Ну как, но не на леже. Ну да. Поймали хорошую щуку. Не густо, но и не пусто. Я уже часто стал слишком говорить эту фразу. Вот, наша первая удачная рыбалка весной. Сезон весна 2019 открыт. Будем вас продолжать радовать нашими уловами, нашей семьей, вот, и скоро уже будем выезжать на рыбалку ночную, вот, а вы ставьте нам лайки, никаких дизлайков, я знаю, вы специально это делаете, вот, подписывайтесь, и теперь все, погода нормализовалась, до того момента, пока у нас не будет запрета, мы будем часто выкладывать видео. Ну, это не точно. Все. Ладно. Пока-пока, ребят. Кадр. Тань, ну что это такой кадр, да? Это я грустно возвращаюсь. Грустно возвращаешься. Да. Мало рыбы поймала? Да. Без трофеев сегодня? Был один похожий, но не трофей. Не, ну нормально, нормально. Поймали и хорошо.